Наше вам здрасте. И это главный ресурс политинформации. Шура, я таки начну с главного, я с Одессы. А теперь к остальным новостям. Вся страна замерла в ожидании 18 марта 2018. И сегодня мы поговорим об этом. И пока сохраняется полная интрига. Кто же будет следующим президентом Российской Федерации? Шура, вы не знаете? И все же о главном. Действующий президент Владимир Путин возглавил предвыборную гонку. Он снова на коне. А что же о других лошадях? Ой, простите, кандидатах. Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Что-то пропал аппетит. Я решила воспользоваться этим правом. Воспользоваться этим. Но даже Ксения Анатольевна не самый сладкий кандидат. Дальше нас ждет политическая клубничка. Настоящая клубничка. Геннадий Андреевич, дорогой, на кого ж вы нас покинули? Хотя, с другой стороны, коммунистический лозунг «Дай дорогу молодым» был выполнен в полном объеме. Грудинин, он кто по национальности? Русский. Русский? Да. Совсем-совсем? Ну, не совсем, потому что у меня мама, она урожденная Пищик, Серафима Зиновьевна. А дедушка Зиновий, соответственно, он еврей. Ага. Ой, вей, как вам это нравится? Палец не убирается. Уважаемый Павел Николаевич даже не представляет себе, что его ждет на дебатах с человеком, у которого папа русский, а мама юрист. По бутылке водки. Никогда этого не было. А между прочим, лжец и подлец. Молчите, это молчите. Это дело пропаганда. Молчите. Никогда. Покажите это все. Молчите. Ну что, я сейчас никогда буду никогда не говорил. Вот спокойно, покажите. Спокойно. А то спокойно. По морде дам, подойду перед всей страной. Да подлец. Да ну. Подлец, да скотина. Владимир Вольфович. Да ну. Грязная свинья. Владимир Вольфович. Это была тяжелая политическая артиллерия. Но список длинный, и мы готовы пройтись по нему до конца. Но я должен сказать, слезы детей страны не простят Центральную избирательную комиссию. Над ней всегда будет нависать тень Навального. Знаю одно, что когда каждый раз я прихожу куда-то, не знаю, в отделение полиции меня приводят, перед камеру спецприемника, на любую встречу, каким-то вахтовикам и так далее, я всех смогу убедить. Не потому что я такой крутой парень и у меня большой ораторский талант, а потому что я говорю очевидные вещи. И чуть не забыли. Григорий Алексеевич, добро пожаловать в нашу гонку! Ведь, как известно, на Руси старый конь борозды не портит. Мы сделали первые облигации, мы подготовили в Нижнем Новгороде летом 92 года, когда мы начали там работу. Это было важное наше обстоятельство. Смысл этого заключается в том, что администрация выпустила свои ценные бумаги, люди купили эти ценные бумаги, отдали деньги за эти ценные бумаги администрации, и она смогла на эти деньги начинать делать что-то полезное для всех людей. А вообще, на удивление, список кандидатов в президенты Российской Федерации достаточно длинный, и многие из них представляют некие политические партии. Кто эти карлики? Шура, вы не знаете? И я не знаю. Ну, например, есть такие партии, которые никогда не вырастут под управлением небезызвестного Бориса Титова. Есть и другие представители политического истеблишмента, в кавычках, конечно. О них мы обязательно узнаем и, не сомневайтесь, расскажем в следующих выпусках нашей программы. И на закуску. Сложно себе представить, если бы президентом нашей страны стал директор стриптиз-клуба. Я защищаю женщин, потому что это главный источник энергии для нормальных мужчин. Или вот это. Я пьяный. Все. Точка. Когда, значит, никого ко мне не пускать. Понятно, с королями тоже разговаривать сегодня не буду, с президентом тоже. На этом все. И помните, замполит Ветров всегда в курсе последних событий.
Слушайте, Шура, где эти карлики берут подписи на то, чтобы быть кандидатами в президенты? Какие кандидаты? Кто их вообще выдвинул?